Ой. Ой. А его нашел. Ой. Он все, всех нашел. А играл все? Да. Так я говорю, вы настолько язычные, то что по мне даже не скажешь, что я не спал. Погоди, Детермен, вы понимаете, вас использовали. Детермен. А, да, кстати. Я их не добавил даже, да, получается? Да, ты их использовал там. Ты должен был их искать. Кстати, да. Так, пуль нет. Пулемет сегодня мы не будем. Хотя, может, даже пулемет. Вот вы сказали, сосиска летит. Я представила не Сашу в самолете, а правда сосиску, которая летит по небу. Саша самолет. С крыльями просто такая. Вот это хорошая пушка, вот это хорошая. Сейчас попью. Костя, я нашел брата. Тебя тоже человек пук укусил? Да меня он настолько укусил, что я аж покраснел, видишь? Если что, у вас до 11. Время шло! Так, давайте нормально достанем. Дед и Армеша, идите сюда. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ты чё? Не надо! Что, ненормальный? У вас полторы минуты было на то, чтобы спрятаться! Ты мог как-то заранее предупреждать? Спасибо, Эд. Ой! Вот на кладбище в домике, убегай, бежит! Домик, в ту сторону! Какую сторону? Да, в церкви! В ту сторону домика! Какой домик? Так она в церкви домик! Я себя попал, она из церкви выбежала, Наталья, вот это самое, да. На! Натальевская! А где она была? Она здесь стояла? Она забежала сюда. Нет, она там в бревнах стояла. И убежала отсюда. Так, а Гречка с нами играет сегодня? Ага. Маняня. Нет, ее там нет, где она прячется. Ну, она обычно здесь прячется, поэтому я и проверяю. Верно. Это такая лабуда нафиг, оно никуда не стреляет, оно не попадает просто. Я больше типа... О. Да. Дед, ты это самое, как бы не разгоняйся, мой хороший. А то я еще не успел ничего проверить, дед уже одного, второго, третьего, десятого. Монстр! А, это Армеша. То есть там реально бишка был, бишка. Ну ты настолько плохо прячешься. Я от этой карты уже, дошли мне эта карта уже. 20 часов монтировать видео. 8 камер, я уже сдулся. Ну вы быстро записали. А, Домер. Да хватит людей вот это вот все, дайте я кого-то найду. А кто-то проверял в этом, в могиле или в колодце? Я нет. Нет. Да что вы такие бесполезные? У тебя прям из крайности в крайность. То мы слишком много убиваем, то мы слишком бесполезные. Дед, ну ты давай к словам не будешь придираться, хорошо? Дед! Опять не слышит, опять не слышит. Погромче надо разговаривать! Чё говоришь? Чё? Чё говоришь? Старший же своё берёт, старший своё берёт. Так, Ярослав, здравствуйте. Ага, какой Ярослав? Тут Ярослав. Голос в голове у меня. Ярослав. Суфигрей, на ферме! На ферме Суфигрей! Бегу! Прям на ферме или в амбаре? Нет, прям в этом, не в амбаре, выбегай ты с двери, там где я какать хотел! Кого? Ну она на поле! Здесь я навал? Именно. Так значит, навали вообще никого нет! Она тут была, прям тут! Да не было меня там! Я не вижу ни деда, ни ее! Дед, у тебя все нормально! Я тебе говорю, она тут была! Суфигрей, поменяй модельку, а тут это... Теперь вопрос, почему здесь раз... Это дед, ты дурачок, ты куда стреляешь? Ты стреляешь-то в меня? Квартира как бы на дороге не валяется. Теперь вопрос, почему здесь все расфигачено, пока меня не было, а тут дыра какая-то организовалась? В амбаре! Когда тебя нет, за клайбом никто не следит, понимаешь? Нет, ты не сможешь! Стой! Да вы скажите, с какой стороны кто выбегает, кошмар! Молодец, дед! Господи, боже мой! Да орёт вот это больше, чем вот это, вот все самое. А что ты не слышал? Чтоб ты туда пришел и помог! Кого, дед? Не слышу! Чё говоришь? Два деда друг друга не слышат. Два деда спорят, кто из них больше дед. Ну ты громче можешь просто говорить, дед? Чё?
Так, а проверьте на этом... Ты бы знал! Я? Ты бы знал, мужик, да, ты бы знал! Ты бы знал! Молчи! Там реально настолько повезло, то что я в миллиметре от нее подстрелил. Крыть, ты зачем я спать? Ну надо помочь человеку. Ну надо, да. Я так хорошо сидел. А я так выстрелил. Просто в миллиметре от нее прошло. Так, мне не долетело в миллиметре, понимаешь? Сосиска в магазине книги, там в шкафу она сидит, мы в шкафу с сосиской. Банан! А банан у нас это почему-то искатель. А, кого? Он почему-то... А, ну я побежал, я ищу, давай! Я ищу, я ищу, я ищу, я ищу! На кокерами бьем! Вот, все. Так ты скажи, где? Да в магазин, шкаф, игрушки. Кого? Где ты угораешь, что ли? Магазин, шкаф, игрушки. Шкаф, игрушки. Она убегает, она убегает! Дед, ты говори полноценными положениями, понимаешь? Он... Дед! Дед! Привет! Чё у вас за это, электричинка? Ну, я с вами за компа... Ну ладно, не получилось. Дед, ты так идеально разговариваешь. Магазин, шкаф, игрушки. Магазин, шкаф, игрушки. Ну, магазин, шкаф, игрушки. Свяжи в одно приложение как-то, пожалуйста. Магазин, запятая, шкаф, запятая, кружки. Кружки, да. Да. Знаешь, что он не спал двое суток, он не сообразит, что за магазин, что за игру. Да я спал! Ночью, ну да. Ну по тебе видно, у тебя синяки под глазами, как это, как кулак у меня, слушай. У меня синяки под глазами уже давным-давно, уже много лет, поэтому не надо вот это вот. Гречка одна осталась, лучше помогите, где гречка, опять сама. Вот так тебе, Ярик, убиваем. Вы что, нет, не торопитесь, время у вас еще есть, вот и 4 минуты. Этот дурачок подключил компьютер на телевизоре вот в соседней комнате, да? Что? А говорить ты как будешь? Добрый! А, она здесь! Гречка! Она здесь! Дом, шкаф, игрушки! Дом, шкаф, игрушки! Перезарядка! Я бегу! One shot, one kill, one opportunity. Ну вот видишь, я же все понял. Вот дом, шкаф, игрушка. Река. Смотри, вот, привет, дом, шкаф, игрушка. Надо было говорить, дом, дом, озеро, дом, озеро надо было. Бочка. Дом, озеро, бочка, да. Дом, озеро, бочка. Ребят, ну это было легко. Ой. Ой. А его за что? Ой. Все, всех нашел. А играл, все? Да. Так я говорю, вы настолько язычные, то что по мне даже не скажешь, что я не спал. Погоди, Дед Армен, вы понимаете, вас использовали. Дед Армен. А, да, кстати. А я их не добавил даже, да, получается? Да, ты их использовал там. Ты должен был их искать. Кстати, да! Я всех перехитрил. Магазин, шкаф, кружка. Я один искал. Ну, чил. Ну, слезь, все, хватит уже чилить.